сердце. И нам это обязательно пригодится, даже если мы выберем путь, далекий от школьных наук и предметов. Дорогие Алина Владимировна и Татьяна Леонидовна, даже если мы не станем великими математиками, мы сможем отличить большее от меньшего и правильно поставить жизненные цели. Уважаемые Татьяна Александровна и Ирина Геннадьевна, даже если мы не станем литераторами, мы сможем сказать свое слово в жизни. Дер Марина Валерьевна и Инна Сергеевна, даже если мы не станем переводчиками, мы сможем понять друзей и близких в любой стране. Уважаемая Ольга Николаевна, даже если мы не станем географами, мы сможем найти свой путь в жизни. Дорогая Виктория Владимировна, даже если мы не станем программистами, мы сможем не утонуть в потоке информации. Уважаемая Надежда Вячеславовна, Виктор Николаевич и Светлана Славомировна, даже если мы не станем химиками, физиками и биологами, мы сможем найти свою формулу любви и успеха. Дорогие Евгений Владимирович и Вадим Олегович, даже если мы не станем знаменитыми спортсменами, мы навсегда усвоили, что в здоровом теле здоровый дух. Дорогие Роман Григорьевич и Марта Дмитриевна, даже если мальчики не станут мастером золотые руки, они смогут забить в стену гвоздь, а мы сможем сварить борщ или подшить мужу брюки. Мы верим, что выдержим все испытания, в том числе экзамены. Ведь учили нас самые лучшие учителя. Спасибо вам, учителя, за то, что круглая земля. За Трою и за Карфаген. За бензохлорпропилен. За Жи и Ши. За дважды два. За ваши теплые слова. Те, что теперь в себе храним. Мы вас за все благодарим! Последний школьный вальс и радостные, и грустные. Плывет мелодия со школьного крыльца. Закончен школьный год. Сегодня в классах пусто. Звучит прощальный вальс, и грусти нет конца. Тебе у каждого он что-нибудь дознает, что вовсе ничего нельзя предположить. Таков уж вальс, не встреча, как с удачей. Не удержаться, но точно не забыть. Увел по жизни за собою, хотя, казалось, не просил. Он был поэзией, мечтою, страдал, боролся и любил.
путешествия на выпускники. Смахнули слезы тихонечко мамы.